изобретают для борьбы с саранчой, воздух поднимают авиацию, химикатами обрабатывают непаханную почву, где вредителю комфортно. Отсюда может начинаться его распространение в другие районы области. Насекомые способны уничтожить обширные посевы сельхозугодий всего за несколько дней. Саранча способна преодолевать значительное расстояние. Мы обрабатываем поля на высоте 5 метров. Будем надеяться, что эффект приведет к нужному результату. Но по опыту работы нашествие саранчи было в Самарской области, в Саратовской, Оренбургской в 97 году. Опять же, этот очаг был. Ненасытных насекомых в этом году обнаружили в Волжском, Красноармейском районе, а также Чапаевске и Новокуйбышевске. Подготовились заблаговременно. На борьбу с саранчевыми в бюджете Самарской области предусмотрены средства для сельхозтоваропроизводителей на возмещение затрат для проведения данных работ. В настоящее время очаг локализован, обработано 12 тысяч гектаров. Специалисты установили, что попытку уничтожить урожай предпринял местный вид саранчи, а не залетный. Несмотря на то, что ситуация под контролем, в Чапаевске по поручению главы региона продолжает работать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до полного устранения угрозы. Татьяна Пудова, новости губернии.